Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часиках. Есть масса приложений, действительно полезных для наших часов на Wear OS, таких как Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, других смарт-часах, там как Oppo там, и так далее, тому подобное, на которых стоит Android Wear. Но их нет в Play Market, и навряд ли они там появятся. Есть некоторые сложности по их установке, даже если вы скачаете, потому что это надо делать ручками, так скажем, да? Но есть отличнейший магазин для россиян, правда, только. Вот этот вот Wear Store, где вы можете скачать достаточно интересные приложения, которые будут вам полезны. Но вот это вот приложение, оно есть в Play Market, но для России, как понимаете, оно недоступно, но здесь вы его можете приобрести. Также есть TV HD SV. Есть видео шрифты, как вы видите, вы можете установить и изменить шрифты. Как я уже сказал, войдете туда, там получите, даже видосики есть, в описании видео с инструкцией. SV Moscow, это фирменный циферблат канала SV. Шрифты, еще, пожалуйста, вам здесь. Игра есть, как вы видите. Далее, есть вот такой циферблат, это аналог циферблата с Apple Watch. Дальше игра гонки, дальше... Есть приложение для измерения давления ЭКГ. Если оно у вас недоступно, вы можете его скачать здесь. Есть SV Manager. Достаточно очень интересная вещь. Зайдете, посмотрите в описании, там очень много интересного. Есть фирменный циферблат, который сделан венской студией. Достаточно интересный циферблат и дает много привилегий, если вы его купите и отправите чек. Инструкция в описании видео. Файловый менеджер – это вообще просто бомба, а не приложение, которая даже помогает вам очень быстро, прям реально быстро передавать любые файлы со смартфона на ваши часы, либо с ПК на ваши часы. Далее, вот еще одно приложение от TV. Вот этот циферблат фирменный с пробой, где показано даже количество видео, потом подписчиков и, по-моему, еще чего-то. Стоит всего лишь 5 рублей. Дальше читалка для Wear OS. Это вообще вот просто находка для учащихся людей. Да? Шпаргалочки вам. Вот такая вот вещь. Далее, вы если посмотрите, то есть, ну, вот этот вот Telegram, я его удалю. Он уже, в принципе, не актуален. Далее, спонсор SV, Number. Это цифровой циферблат SV. И аналоговый циферблат SV. Если вы их приобретете, то получаете привилегии. В описании видео все написано. Вот это вот лаунчер, который помогает добавлять жесты на ваши часы, чтобы управлять определенными приложениями. Дальше вот это вот приложение, это музыка. Слушать музыку, причем и офлайн на ваших часах. Подключили наушнички, вообще круто. Вот я пробовал сам лично, подключал Galaxy Buds 2. Вот такой звук, прям круто. Ну и последнее приложение из этой серии – это рингтоны, которое помогает изменить любые рингтоны, поставить для ваших сообщений, звонков, будильника и т.д. и т.п. Ну а вы же были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ваши комментарии. Пока!